Незаконный игровой зал появился в Скопине. Его организовали на улице Комсомольской, прямо на цокольном этаже многоквартирного жилого дома. В зале установили 7 игровых автоматов. Вход был не для всех. Попасть в такой зал могли только представители из узкого числа клиентов, которые были знакомыми организатора. Внутрь их пропускали конспиративно. Игровой зал организовала 28-летняя жительница Новомичуринска. Деятельность незаконного клуба пресекли сотрудники полиции. Правоохранители также пресекли незаконную деятельность еще одной жительницы Новомичуринска, которая открыла игровое заведение по аналогичной схеме в автозаводском микрорайоне Скопина. После проведения компьютерно-технических экспертиз, которые установили, что изъятое полицейскими оборудование является игровым, материалы проверок были направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Теперь в отношении двух девушек возбуждены уголовные дела. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная организация и проведение азартных игр». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и суммы полученного дохода. Расследование уголовного дела продолжается. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».